ее над Писанием и этим оправдать себя, то, что вы не выполняете Писание. All scripture is given by inspiration. All scripture God breathes into all scripture. Все Писание является Богодухновенным. So if God breathes into all scripture, what scripture has he not breathed into that we have a right to tamper with? И если все Писание является Богодухновенным, то какое у нас есть право игнорировать или не принимать определенные части этого Писания? No one. У нас нет такого права. No man. Никакой человек. No woman has been given a right. Ни у кого нет права. To undo what Jesus said is sacred. Ни у кого нет права игнорировать или обесценивать то, что сам Иисус почитал как ценность. Jesus says, I am come. Иисус сказал, я пришел. Jesus is using a word to indicate, a phrase to indicate that he is God. Иисус в некоторых своих выражениях он давал понять о том, что он является Богом. And because he is God. Потому что он является Богом. Then he's not just speaking as a human, he's speaking as God. И он говорил не только как человек, но он говорил также как Бог. He is referred to as Jesus, but he himself refers to himself as I am, which is saying I am Jesus, but I'm God who is speaking as God. И, конечно же, он был Иисусом, но также он говорил «Я есть». То есть «Я есть Бог, который пришел». И то, что он говорил, это не было просто словами человека, но это было словами Бога. My brothers and sisters, братья и сестры, it is very important for us to understand that Jesus came to fulfill that which is written. Очень важно для нас уразуметь, что Иисус пришел для того, чтобы исполнить то, что было написано в Писании до Него. Jesus came to do it. Иисус пришел исполнить это. Jesus came to make sure that we know that everything in the Bible is sacred to Him. Иисус пришел, и Он хотел, чтобы мы убедились, хотел доказать нам, что все, что написано в Писании, является священным даже для Него. Jesus wants us to know that everything in the Bible has been signed by the Holy Spirit as being from Him. Иисус хотел, чтобы мы знали, что каждое слово в Писании, оно было продиктовано, вдохновлено Святым Духом. И на каждом слове в Писании есть печать Божья. Jesus wants us to know that we are to obey what is written in Scripture. Иисус хочет, чтобы мы знали, что нам нужно слушаться и исполнять то, что написано в Писании. When Jesus says, I'm come not to destroy. Когда Иисус говорит, я пришел не нарушить. Иисус говорит нам о том, что Он пришел не для того, чтобы вырвать какие-то страницы из Библии, из Старого Завета. There are those who would classify themselves as New Testament churches. Есть некоторые церкви, которые называют себя новозаветными церквями. In other words, what they're saying is, we remove the first 37 books in the Bible, and we're just gonna focus on from Matthew's on. Другими словами, они говорят, мы нивелируем, мы игнорируем первые 37 книг Библии и фокусируем основное наше внимание на книгах Библии, начиная от Матфея. And you will not find a scripture anywhere to say that you as a human and I as a human have a right to touch what belongs to Jesus. Но нигде в Библии вы не найдете место Писания, которое говорит, что я как человек или вы как человек имеем право игнорировать хоть какую-то часть Писания. Before I got spirit filled with evidence of speaking in tongues, I attended a church that did not believe in speaking in tongues. Знаете, однажды я посещал церковь, которая не верила в говорение на иных языках. But when I began to speak in tongues, но я пришел туда и я начал говорить на иных языках. I went to my pastor. И я пошел к моему пастору. And I told him that I didn't understand what I had. Could he explain it to me?
О, я прошу прощения, в то время мы не говорили на иных языках, но я пошел в церковь, которая верила в говорение на иных языках, и я там заговорил на иных языках, хотя сам не понимал, что со мной произошло. Потом я подошел к своему пастору и говорю: вы не могли бы помочь мне разобраться, что со мной произошло? Я не понимаю. Because the church I attended didn't believe in the gifts. Потому что та церковь, которую я посещал на тот момент, она не верила в дары Духа. Didn't believe in speaking in tongues. Они не верили в говорение иными языками. And the pastor told me that was with the first church. Ну и пастор мой, он пытался объяснить мне, что вот это вот, оно было актуально для первой церкви. The first church being in the book of Acts. Для ранней церкви из книги Деяний. When the church was just starting out. Когда церковь христианская только начиналась. But I searched the Bible. Но Библия. And I didn't find that verse. Но я посмотрел, я искал в Библии, и я не нашел ни одного стиха. I didn't find a verse. Я не нашел ни одного стиха. That there was a first church. Что говорение на иных языках принадлежало только ранней церкви. I didn't find a verse. Нет. That said the gifts had passed away. Даже стих Библии говорит, что дары пройдут. So when people tell you. Поэтому, когда люди начинают вам говорить, that the father-son relationship had passed away, что нет ни одного стиха в Библии, который говорит, что дары уже прошли, они уже не актуальны, они актуальны только для первой церкви. Точно так же, если люди начнут вам говорить, что отцовско-сыновские отношения, отношения почтения, это уже давно забытое прошлое, that is a culture thing. Это какие-то культурные традиции того времени, that's a black thing. Это такое уже, знаете, глупости, низкая культура. Whatever thing. Что угодно. What verse is that? Но вы тогда задаете вопрос этим людям: а подскажите, в каком месте Писания это What написано? Book is that? В каком месте Писания? В каком What стихе chapter Библии? Is that? В какой главе Библии вот это вот написано? Because if someone tell you something, потому что если кто-то говорит вам что-нибудь, and they should, and they say it's from the Bible, и они уверены, что они говорят согласно Библии, they should be able to take you to the Bible, то они тогда должны быть в состоянии and prove the point. Показать вам, в каком месте Писания говорится это утверждение, и But доказать. They can't do it. Но они не смогут этого сделать. So, I went back to my pastor. Поэтому я вернулся обратно к своему пастору 15 years later. Через 15 лет. Well, to tell you really what happened 15 years later, но, my pastor called me. Но я вам скажу, знаете, что произошло 15 лет спустя? Мой пастор позвонил мне. He said, "I'm going to start calling you my Pentecostal son." Он сказал: "Ты знаешь, дорогой, я начну называть тебя мой пятидесятнический сын." And when you come to the church to preach, because I would like you to come and preach. И когда ты приедешь в нашу церковь обратно, чтобы проповедовать в ней, потому что я приглашаю тебя проповедовать. Whatever that stuff you all do. Все, что ты скажешь, мы будем делать. You can do it here. Все, что вы делаете, мы будем делать. The Lord worked on my pastor for 15 years. Бог работал над моим пастором на протяжении 15 лет. I prayed for my pastor for 15 years. Я молился о своем пасторе в течение 15 лет. For his eyes to be open. За то, чтобы Бог открыл его глаза. For him to know. Чтобы он знал. There's a difference. Что есть разница. In Baptist doctrine. В доктрине баптистской and what's written in scripture. И в том, что написано в Писании. There's a difference. Есть разница. In man-made doctrine. В человеческих доктринах. And what's written in scripture. И в том, что написано в Библии. And Jesus said, "I didn't come to destroy." Иисус сказал: "Я не пришел, чтобы нарушить закон." Either we're going to believe the Bible or we're not. И поэтому здесь очень простой вопрос или выбор: будем мы верить Библии или нет? Romans 3 says, "Let God be true, and let every man be a liar." Да пусть все будут лжецами, но Бог будет прав. In this section over here, this section here. Вот здесь в этом в этой секции. Repeat this with me. Повторите со мной. God, you are true. Бог, ты прав. Бог, ты
then I will let every man be a liar. А люди лгут. Because God, you can't be true. Потому что Бог, он не может